Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию лот номер один Ladies Exclusive Autumn Mix. Женский микс. Сезон осень-весна. Вес мешка 10 кг. Количество в мешке 43 штуки. Позиция Second Hand. Укороченная футболка. Размер где-то 46-48. Блуза с коротким рукавом, накидка, размер 10. Топ на бретелях. Размер здесь будет S с бирочкой. Топ новый. Платье. Размер 10. Такая интересная укороченная футболка типа болеро, как накидка идет. Размер S. Платье, цветочный принт, по составу похоже на вискозу, это вот вперед, сзади на спинке молния, размер 12, джемпер, травка, ткань, размер здесь будет тоже SM, топ, размер S. Платье комбинированное, цветное, вот такая интересная сзади вставочка и по рукаву. Она же идет в виде сетки, размер S. Рубашка, типа болеро рубашка, укороченная. Здесь будет размер тоже S. Платье, тигровую расцветку, широкий фонариком рукав, размер 8, но я называю их S, все-таки размерчики на S-очку идут. Такой корсет, велюровая утяжка. Новый, с бирочкой. Футболка. Такой плавно, в голубых тонах, двухцветные. Размер 14, просто интересен состав. Эластан, 5% и 95% вискоза. Несмотря на то, что из них все идут и синтетические ткани, но они актуальны и в наше время, потому что хорошо стираются, сохнут и очень приятные к телу. То есть для лета прям не беспроигрышный вариант. Размер 12 будет. Маечка. Сзади на спинке кружевная вставка с бирочкой. Размер тоже десяточка. Юбка-карандаш. Размер S будет, скорее всего. Блеро такой вот. Топ, майка, как назвать, десятка размер европейский. Шорты. Шорты, как юбка впереди. Размер 14. 14 это российский 48. Платье. Такой цветной принт. Структура сама в виде такой вафельки. Размер 10. Маечка, размер М. Можно сказать, туника, джемпер длинный. Размер здесь будет, скорее всего, где-то тоже 40... Нет, 18. 18 это 50-52 где-то. Платье. Новое с биркой. Размер 12, 100% вискоза. Футболка, размер маленький, XS. Футболка в полоску. Размер тоже стоит восьмерка, но это скорее всего на S. Блуза. Размер 16. Топ новый с этикеткой, размер 36. Юбка-карандаш, такой стретч хороший, трикотажный, синтетика. Размер здесь будет где-то 46 в среднем, неполный, 48 может быть. Такое блирушка, скажем так, я называю короткие, на завязках. Размер тоже S будет. Кружевная блуза, футболка.
на подкладе, размер 10, европейский. Топ с вышивкой, размер здесь 38-44, юбка на подкладе, размер будет тоже S, футболка, размер S, джемпер ярко такого морковно-красного цвета, размер 14. Такой вот полукомбинезон. Ворота-запах. Размер здесь у нас 10. Джемпер в такую полоску разноцветную. Размер будет здесь 46-48 ориентировочно. Такой топ, блуза, как правильно назвать, размер 44-46. Такая очень добротная понча с широкой горловиной, такой объемный, прям очень красиво, можно создать такой элитный образ. Размер здесь будет, скорее всего, на 48-48. Такая блуза, размер тоже здесь 46. Майка. Цветной принт. Фирмы H&M. Размер M. Блуза по ощущениям вискоза. Размер L. Пальто. С капюшоном. У нас упатные застежки. Подрезное. Здесь, видите, такой декоративный элемент. Два кармана. По воротнику идет искусственный мех. И также в этом мехе присутствуют такие вот аксессуары. Это колготки. Колготки такие плотные очень. Внутри как бы идет даже термо, они колготки черного цвета. И вот такой шарф. Спасибо за внимание.